Привет всем любителям кино! После пятой части «Трансформеров», которая выступила в прокате значительно хуже предыдущих, студия Paramount задумалась о перезапуске франшизы. Так родилась идея приквела про Бамблби. Фильм снимался со значительно меньшим бюджетом и без Майкла Бэя. Что из этого получилось, ответят критики. Ибрагим Аль-Сабахи Канобу оценка 6 из 10. «Бамблби» — это хорошее детское кино, на которое можно сводить ребенка или продемонстрировать его человеку, который никогда не видел трансформеров. Но тому, кто уже видел масштабный экшен в этой вселенной и фильмы, на которые старается походить сюжетом «Бамблби», кино рискует показаться проходным. Штампованный сценарий и средний уровень боевых сцен не компенсируются наличием душевных персонажей и приятной атмосферы. Ефим Гугнин, Film.ru, оценка 7 из 10. Трэвис Найт снимает совершенно другое кино, милую семейную фантастику, аммаж инопланетянину и стальному гиганту, разве что слегка глупее. Фильм, в принципе, напоминает упрощенную версию раннего Спилберга. Тоже про сложности взросления, про эскапизм и принятие себя. Простое, но эффектное кино, ставящее фантастический концепт в центр невероятно человечной истории, где люди важнее любых спецэффектов. Ленар Гимашев, Pledged In, оценка 7 из 10. Приятный-приятный сюрприз для поклонников франшизы, который не оставит равнодушного и случайного зрителя. У Бамблби получается сделать на основе трансформеров не просто попкорновый и зрелищный фильм, а рассказать милую и даже поучительную историю. Павел Соломатин, Интермедиа, оценка 4 из 5. Нам дают очень приличную и интересную историю про дружбу девочки и инопланетного робота. Все это очень трогательно, мило и больше напоминает космическую фантастику из тех самых 80-х годов, в которых действие фильма и разворачивается. Эл-Эркант, Авидео.ру, оценка хорошо. Привыкших к экшену фанатов, боюсь, заставит скучать центральная сюжетная линия. И по поводу малого бюджета на спецэффекты могут быть претензии. Мне лично хватило и качества анимации, и буйства контрастных красок, но предположу, эстеты найдут к чему придраться. Критики хорошо оценили смену ориентации в более душевное кино нового фильма про трансформеров. Ну а идти или не идти на этот фильм в кино решать только вам. С вами был Кинодиван. Понравилось видео? Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Будет много интересного.